Каждый человек начинает свою жизнь в виде плода, который состоит из воды на 99%. Когда человек рождается, вода составляет 90% его тела. К тому времени, когда человек достигает взрослого возраста, содержание воды снижается до 70%. В глубокой старости тело человека состоит из воды приблизительно на 50%. Иными словами, на всем протяжении нашей жизни человек существует главным образом в виде воды. И поэтому встает вопрос, может быть, следует обратить особое внимание на воду, на ее качество, на ее целебные свойства. Именно об этом мы и поговорим в нашем фильме. Целебные свойства воды и ее применение. Для того, чтобы приготовить талую воду, мы с вами набираем воду. Лучше всего набрать воду не из-под крана, потому что в ней имеется хлор, а предварительно отстоять ее. Или же использовать другую природную какую-то воду из родника, если у вас там есть. Ну, одним словом, мы ее набираем из-под крана. Желательно профильтровать, отстоять, чтобы вышел хлор. Вот после этого мы с вами отстоенную воду берем и помещаем в холодильничек. Воду ставим в морозилку, в зависимости от того, какая у нас морозилка, примерно ночи хватит для того, чтобы вода превратилась в лед. После того, как мы воду поставили в холодильник на сутки, теперь надо ее вынуть и посмотреть, что у нас получилось. О, замерзла. Вот так делается талая вода. Сейчас мы с вами ее разморозим. И размороженная вода в течение 2 часов как раз и будет с тобой представлять талую воду. Если вода простоит больше 2 часов, особенно в теплом месте, не в холодильнике, то структура ее, увы, рассеется, и она превратится в обыкновенную воду. Мы получили с вами кусок льда, теперь этот лед надо разморозить. Если вот здесь вот образуется у нас, видите, у нас тут получилась как раз горка, и вода при своем замерзании, все нечистоты как раз она выдавливает сюда, в центр, кристаллизуясь, вода становится чистой. И все шлаки, все соли выдавливаются в центр. Центр обычно не замерзает. Это когда переморозишь, получается вот такая вот горка. Эту горку мы с вами под струей воды плавим, вымываем. И у нас получается чистенькая вода, которую можно в дальнейшем использовать. Вот эту вот часть мы как раз с вами вымываем, где скапливаются соли, шлаки. Как правило получается, смотрите, вот такая вот дырочка. Теперь мы воду просто-напросто ставим, и она у нас размораживается. Теперь кусочек льда, который у нас образовался, мы помещаем сюда, все, растапливаем. Вот так лед тает, у вас получается талая вода. И примерно вот так и надо хранить, чтобы в воде плавал лед. Это говорит о том, что структура воды постоянно поддерживается. И эта вода наиболее полезно для здоровья. Природная талая вода по своим характеристикам во многом приближена к воде в организме. Талая вода имеет упорядоченную жидкокристаллическую структуру, в которой уже может храниться биологическая информация. Она отличается от обычной по вязкости, более текучая, имеет меньшее поверхностное натяжение, а значит, обладает более лучшими растворяющими свойствами. В результате этого в талой воде ускоряются процессы кристаллизации, растворения, адсорбции, переноса энергии, то есть процессы, которые имеют место в живой клетке. Таким образом, талая вода намного полезнее обычной. Талая вода обладает внутренней энергией. Это одно из объяснений, почему гон у животных наблюдается весной и осенью. Птицы от богатой
пищи водоемов теплых стран летят выводить потомство на север к талой воде. Прибрежные арктические воды с большим содержанием талой воды наиболее богаты планктоном. Если применять талую воду, то примерно через 5-7 месяцев, это время замены всей воды в организме на структурированную, не требующую энергии на переработку, значительно улучшится общее состояние здоровья, повысится работоспособность, сократится время на сон. Существует так называемая противовода. Она готовится так же, как талая, но имеет существенные отличия. Поскольку в воде имеется несколько изомеров, то есть видов воды, легкие, тяжелые, желательно избавиться от неблагоприятных и отобрать те, на которых наш организм работает лучше всего. Методика отбора основана на том, что изомеры тяжелой воды замерзают первыми при температуре плюс 3,8 градуса Цельсия, а наиболее благоприятная для организма при минус 1. Поэтому первый ледок, образовавшийся при замерзании воды, содержит в основном тяжелые изомеры, и его необходимо выбрасывать. Таким образом, получить противоводу в домашних условиях можно так. Поставить в воду прокипяченную и отстоянную водопроводную морозильную камеру. Как только возле стенок кастрюли образуется первый ледок, это замерзла тяжелая вода. Кастрюлю вынуть и воду перелить в другую, которую поставить обратно в морозильную камеру. Оставшийся в предыдущей кастрюле лед выбросить. Теперь подождать, пока вода в кастрюле не замерзнет до половины или двух третьих объема. Как только это произойдет, кастрюлю вынуть и незамерзшую воду вылить. Оставшийся лед и есть противовода очищена на 80% с отобранными изомерами, наиболее благоприятными для протекания биологических процессов в организме. Еще одно достоинство противоводы заключается в том, что в ней содержится 16 мг кальция на литр воды. Как показали исследования одесского химика Николая Друзяка, оптимальное для жизнедеятельности человека количество кальция должно составлять 8-20 мг на литр жидкости. Именно такую воду пьют долгожители. Практически противовода и талая вода идентичны. Пример применения талой и противой воды длительное время. Алексей Дмитриевич Лобза погибал от почечной недостаточности. Ранее у него уже удалили одну почку. У него были атеросклероз сосудов сердца и мозга, простуды и вообще затруднительное передвижение. В течение 3 лет принимал талую воду, похудел с 97 до 84 кг. Стал подтянут, энергичен, на лице румянец, как у молодого. Кожа на руках и на шее гладкая, эластичная, без морщин. А ведь всего 3 года назад у него была крайне вязкая кровь, набухшие вены. Все эти положительные симптомы наглядно указывают на одно. Восстановилась внутренняя структура наших жидкостей. Она стала более текучей. Отсюда и такие удивительные результаты выздоровления. Воду можно заряжать и минералами. Допустим, мы хотим зарядить воду кварцем. Не кварцем, а горным хрусталем. Видите, какой хрусталь горный. Мы его кладем сюда в чашечку, наливаем воды. Часа 2 примерно постоит, уже вода начинает приобретать структуру горного хрусталя. Если уже мы вместо хрусталя используем другой минерал, а тем более в виде пирамидки, то тем самым вода приобретает еще более свойства. Здесь помимо свойства самого минерала уже воздействует форма пирамидки. Она усиливает воздействие, и вода заряжается гораздо сильнее. Естественно, берем побольше и заряжаем. Также мы с вами можем использовать шунгитовую пирамидку. Вот шунгит, чудо-минерал. Шунгит имеет особую структуру,
состоящую, по-моему, из 81 молекулы. Она такая круглая, как футбольный шарик. И вот эта структура углерода, она не только очищает воду, обеззараживает ее, но и придает ей особую удивительную структуру, которая полезна для нашего здоровья. Вода любит циркуляцию. Когда она циркулирует, она поддерживает в себе жизнь. Как только вода застаивается, она превращается в болото. Поэтому вот эти вот фонтанчики очень полезны в помещении. Они еще и смягчают воздух, не так он сушится. И ведут очень важно аэронизацию. То есть здесь еще водяная пыль, которая еще дополнительно и очищает воздух, и заряжает. Вот здесь вы видите шунгит. Шунгит и еще какой-то минерал. Ну, вот этот вот шунгит насыпан примерно лет 5 назад. Сколько здесь стоит вода, вода не портится. Все кошки, которые живут у нас в доме и жили, они пьют только воду из этого фонтанчика, шунгитовую воду. Шунгит обладает хорошей механической прочностью, электропроводностью, пористостью, химической стойкостью, каталитическими и бактерицидными свойствами, что позволяет использовать его в качестве отличного сорбента. Именно каталитические свойства шунгита объясняют его способность очищать воду от органических веществ, разрушая их до осадков, а также осаждать из воды металлы в виде нерастворимых солей. Шунгит очищает воду от многих органических веществ, например, пестицидов, металлов и микроорганизмов. Шунгитовая вода способствует улучшению клеточного обмена и восстановительной способности тканей организма, а также ферментативной активности, повышению защитных сил организма. Вода, настоянная на шунгите, используется для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, а именно гастритов, язвы желудка, запоров, болезни поджелудочной железы, желчекаменной болезни, геморроя, аллергических заболеваний, мочекаменной болезни, пародонтоза и даже сахарного диабета. Шунгитовую воду хорошо применять для косметической цели при уходе за кожей и волосами. Ее применение способствует разглаживанию мелких морщин, снимает воспалительные процессы при угревой сыпи и шелушении. Шунгитовую воду хорошо используют для полоскания ротовой полости, носоглотки и горла. Можно использовать шунгитовую воду и нужно использовать в гинекологии. Существует предание, что бесплодная царица, попив несколько недель шунгитовой водицы, родила наследника. Кремниевая вода. Для получения кремниевой воды мелкие камни для увеличения площади соприкосновения складываются в емкость, стеклянная или эмалированная, и заливаются чистой отстоянной водой. Емкость нужно защитить от прямого попадания солнечного света. Количество кремния берется из расчета 1-3 грамма на 1,5 литра воды. Запрещается кипятить воду вместе с кремнием и хранить в холодильнике. Такая вода насыщается кремнием. Наличие кремния структурирует воду, очищает ее. Кремниевая вода оказывает бактерицидное действие. Нельзя использовать нижние слои воды, покрывающие камни. Это примерно 3-4 сантиметра. Там образуется отстой. Каждый раз после сливания воды кремень и емкость необходимо хорошо промыть проточной водой. Кремнию воду необходимо хранить в закрытой емкости при комнатной температуре. Кремень долговечен и не требует замены. Считается, что такая вода приобретает способность ускорять окислительно-восстановительные реакции в водных растворах нашего организма. Настаивается кремниевая вода от 1 до 3 дней при комнатной температуре. Кремниевую воду можно использовать для питья, приготовления пищи, внутреннего и наружного применения, а также для клизмения. Сам по себе кремний способствует укреплению костей. Хорошо его применять при анемии, болезнях суставов,
плохой структуры волос и ногтей. Так как соединительная ткань участвует в процессах иммунной защиты, то применение кремниевой воды полезно при ангинах, туберкулезе, кожных болезнях с нагноением. Хорошо помогает кремниевая вода и при атеросклеротических изменениях сосудов и вообще для профилактики атеросклероза. Кремний препятствует отложению кальция на стенках сосудов и этим сохраняет их эластичность. Кремний участвует и в регулировке уровня холестерина и препятствует отложению жира на стенках сосудов. Все мы пьем чай, компоты и вообще используем для питья различные ложечки. Вот эта ложечка серебряная. Достаточно наш чаек помешать, как ионы серебра переходят в воду, обеззараживая, делая воду более целебной. Если же мы с вами используем ложечки из нержав стали, что получается? Ионы никеля переходят в воду. И оказывается, что эти ионы являются активными центрами для построения ферментов, которые нужны бактериям. А эти бактерии могут обитать и обитают в предстательной железе у мужчин. Тем самым, размножаясь, если мы постоянно мешаем, используем для своей еды никель, мы тем самым размножаем эти микробы и поддерживаем развитие хронических заболеваний, таких как, допустим, воспаление предстательной железы. Поэтому, если вы хотите излечиться от болезни предстательной железы, особенно там от аденомы, от воспаления, всегда используйте только серебряную посуду, только серебряные ложки. Именно они будут убивать эти микробы, вообще обеззараживать организм и, естественно, делать нас более здоровыми. Рекомендую. Проверено временем, многими, не веками, а тысячелетиями. Для того, чтобы зарядить воду, можно использовать и магнитное поле. Для этого можно просто-напросто воспользоваться магнитными воронками. Они продаются. Уже плотность магнитного поля соответствующим образом здесь подобрана, поэтому я их рекомендую, именно такие. Значит, как происходит омагничивание воды, в результате чего она еще приобретает дополнительную энергию. Просто-напросто эту воронку берете, включаете воду, вороночку и набираете воду. Все, вода у вас теперь заряжена магнитным полем. Если ей поливать растения, растения растут в несколько раз быстрее. Вот. Если использует человек, что она делает? У нас в организме кровь, вот если представить, что вот это красные кровяные тельца, они имеют свой собственный заряд. И они должны отталкиваться. То есть вот так вот отталкиваясь. И за счет этого они проходят по капиллярам в каждую часть человеческого организма. Если заряд теряется, то наши эритроциты вот так вот слипаются в такие вот цепочки, а то и вот так. И в результате возникают закупорки в кровеносном русле, именно из-за сгущения крови. От этого возникает и варикозное расширение вен, и геморрой, и масса других неприятностей. Например, даже таких, как мерзнут конечности, то есть руки и ноги, особенно если зимой. А если даже не мерзнут и летом, это говорит о крайнем сгущении крови. Так вот, когда мы пьем воду омагниченную, раздвигается у нас и кровь делается более текучей. Это очень важно понимать, для чего мы пьем магнитную воду. Еще существует колокольная вода. Когда делают колокола? Колокола делают из особого сплава, там бронза, медь, то есть те металлы, которые обладают еще бактерицидными свойствами. Так вот, вот эту вот воду колокольную используют для лечения ожогов. Если, допустим, у нас получился ожог или еще там что-нибудь такое, смачиваем ткань, прикладываем к месту ожога, очень хорошо помогает. А колокольную воду делают так, когда колокол остужает, его поливают водой. Вот эту вот воду не выливают, а собирают и используют для лечения ожогов. Смачивают тряпочку, прикладывают к месту ожога,
Эта вода насыщена ионами меди и других металлов, которые благоприятно действуют на организм человека. Поэтому есть еще и такая вода колокольная. Вообще применение воды, настоянной на металлах, широко использовалось в древности. Применяется и в современности. Так, вода, настоянная на серебре, охлаждает. В небольших дозах употребление серебряной воды обосновано при наличии воспалительных процессов различной локализации. Ангины, раны и прочее. Воду можно настаивать и на золоте. Для приготовления воды необходимо взять небольшой кусочек золота, желательно высшей пробы, и положить ее в емкость 0,5 литра воды. Затем кипятить воду, пока не останется половина объема. Раствор золотой принимает по 1 чайной ложке 3 раза в день. При этом не рекомендуется использовать золотые украшения, которые вы постоянно носите, и особенно украшения с камнями. Золотую воду рекомендуют использовать как тонизирующее и общеукрепляющее средство. Благотворно влияет на состояние сердца, сосудов, нервной системы, легких, печени. Золотая вода, в отличие от серебряной, разогревает организм, дает жизненную энергию, оказывает хорошее воздействие на интеллектуальную деятельность. Особенно такая вода показана худеньким, ослабленным, для того, чтобы придать им силу. Очень хорошо ее использовать и тем людям, которые постоянно мерзнут, у которых артериальное давление понижено. Золотая вода также оказывает умеренное противовоспалительное действие. В древности и сейчас используются сосуды из меди. Оказывается, вода, постоявшая в медном сосуде, обладает антисептическими и обезболивающими свойствами. Такую воду можно применять для снятия спазмов полых органов, например, кишечника, почечные колики, спазмы мочевого пузыря, а также болезненные менструации. Медная вода, как и серебряная и золотая, обладает бактерицидными свойствами, успокаивает нервную систему, участвует в регуляции выработки и обмена инсулина. Значит, ее можно применять в качестве профилактики сахарного диабета. Наружно медная вода применяется при кожных заболеваниях. В некоторых случаях можно настаивать воду на жемчужинах, на кораллах. Например, жемчужинная вода. Для ее приготовления необходимо 4-5 жемчужин. Лучше всего, если жемчуг будет не просверлен. Их опускают в стакан с водой на 7-12 часов и пьют по полстакана 2 раза в день. Такая вода, в первую очередь, хорошо охлаждает организм. Используется для лечения заболеваний мочевого пузыря при острых воспалительных состояниях, потому что она охлаждает. Также ее используют для регуляции кислотно-щелочного равновесия. Некоторые рекомендуют пить жемчужинную воду при нарушении обмена кальция. Малые дозы кальция, входящие в состав жемчужины, регулируют его обмен. Можно эту воду применять и наружно, при жжении в глазах и для полоскания при кровотечении из десен. Вода, настоянная на минерале гематит. Эта вода полезна людям с низким уровнем гемоглобина. Ее хорошо использовать при анемии. Также она регулирует обмен железа в организме. Эту воду рекомендуется применять при склонности к кровотечениям, например, маточным, длительной менструации, кровотечении из десен, а также при общей слабости, недостатке сил и как общеукрепляющее средство. Вода, настоянная на белом агате. Воду, настоянную на белом агате, используют для профилактики бронхолегочных болезней, для укрепления легких. Особенно полезна она людям с хроническими легочными заболеваниями, а также больным бронхиальной астмой. Вода, настоянная на минерале сердолик. Она повышает иммунитет, способствует нормальной функции щитовидной железы, улучшает обменные процессы, благотворно влияет на состояние нервной и пищеварительной систем. Наружное и внутреннее применение такой воды рекомендовано для лечения кожных заболеваний. Сердоликовую воду рекомендуют пить при расстройствах кровообращения. Вода, настоянная на минерале лазурит. Применение этой воды показано при болезни глаз и заболеваниях кожи.
Можно ее пить и при заболеваниях печени, а также для того, чтобы успокоиться, восстановить душевное равновесие. Вода настоена на минерале нефрит. Эта вода обладает общеукрепляющим и успокаивающим действием, снимает тревогу, способствует ясности ума. Такая вода применяется для лечения болезней почек и мочевыводящих путей, а также для укрепления функции почек. Хрустальная вода. При этом горный хрусталь должен быть натуральным, а не искусственным. Вода, настоянная на горном хрустале, охлаждает, хорошо влияет на умственную деятельность, облегчает процессы обучения и запоминания, при этом человек легко и ясно мыслит. Вода, настоянная на яшме. Эта вода является хорошим средством, влияющим на состояние органов брюшной полости и малого таза. При этом яшмы красных оттенков подойдут для лечения гинекологических заболеваний и улучшения пищеварительного огня, то есть пищеварительные способности повышаются. А вот зеленые яшмы благотворно влияют на состояние печени и желчевыводящей системы, также успокаивают человека. Это очень важно, когда человек эмоционально взволнован. А желто-коричневый на поджелудочную железу. Вода, настоянная на янтаре. Янтарную воду рекомендуется пить всем тем, у кого нарушена функция щитовидной железы для ее поддержания и укрепления. И вообще, можно использовать своеобразные фильтры для лечения цветом. Цвет мы переносим на воду. Для этого берем стакан с чистой водой, с чистой родниковой или талой водой. Оборачиваем бумагой красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового цвета, в зависимости от того, что мы хотим получить. Если хотим получить тонус для организма, оборачиваем красный. И если хотим получить умиротворение, оборачиваем зеленый. И если хотим получить успокоение, умственную четкость, оборачиваем голубой или синий. И если хотим, чтобы у нас желудочно-кишечные проблемы снимались, оборачиваем желтый. Оранжевый оборачиваем тогда, когда хотим повысить половую потенцию и страсть. Очень важно воду перед тем, как выпить, зарядить энергией. Это особого рода энергия, кинетическая. Метод называется динаминизированием воды. То есть мы вот так вот делаем. Видите, вода, падая сверху, приобретает дополнительную кинетическую энергию и становится более энергонасыщенной. Поэтому не зря на Востоке вот так вот и переливали воду. Это как раз делалось не для того, чтобы ее воду остудить, а для того, чтобы еще дополнительно зарядить. Попробуйте этот метод. И чай, обыкновенный чай, станет гораздо вкуснее. При кипении вода сначала покрывается пузырьками стенки, а потом начинают эти пузырьки идти. Пока еще не появится ключ, вот эта самая вода структурирована. Ключ уже говорит о том, что структура воды очень устойчивая. И она уже кипит. Вода белого ключа. Температура 94-96 градусов по Цельсию. Она получается тогда, когда бурной цепочкой всплывают пузырьки, но вода в целом не кипит. В этот момент ее быстро охлаждает, помещая кастрюльку в проточную воду. В результате происходит интересный процесс замораживания внутренней структуры и энергии в воде. Пользоваться такой водой надо быстро, иначе она теряет свою структуру и энергию, быстро переходя из энергетически насыщенного состояния в другое с пониженной энергетикой. Охлаждение должно проводиться до того момента, пока эта вода не станет чуть теплой. И еще одна особенность дегазированной воды. Она значительно мягче талой и противой. Эта вода не возбуждает жизненный принцип ветра, то есть сухость и холод, а наоборот способствует его нормализации.
Пить такую воду особенно рекомендуется людям сухим, скованным, с пониженными теплотворными способностями. Талая и противая вода в холодном виде подойдет для тучных людей с выраженными теплотворными способностями. Чтобы отвары и настои камнедробящих и других трав действовали сильнее, необходимо поступать следующим образом. Сначала залить траву противой водой и оставить настаиваться всю ночь. Утром налить столько, сколько вы употребите за один раз вместе с травой и сухофруктами. Быстро доведите до кипения, остужаете и используйте. И уверяю вас, эффект будет несомненным. Когда вы воду используете для приготовления чаев, например, лучше всего эти чаи заваривать и хранить в термосах со стеклянной колбой. Посмотрите, видите? Почему? Потому что колба из нержавой стали выделяет ионы никеля в воду. Эти ионы используются бактериями для своего размножения. И в итоге патогенные микроорганизмы заполняют наш организм. Особенно, по некоторым данным, они влияют на болезни предстательной железы мужчин. Поэтому, если хотите вылечиться, никогда не ешьте и не используйте посуду из нержавеющей стали. Я думаю, что воду можно заряжать или облучать колокольным звоном. Вода хорошо воспринимает вибрации и заряжаться ими. Для того, чтобы самостоятельно зарядить воду с лечебными свойствами, ставите ее, мужчины, на правую ладошку. Здесь у нас как раз энергетический центр. Женщины ставят на левую ладошку. Вот, это так как я мужчина, я ставлю на правую ладошку. И мысленно начинаю вводить информацию сюда. Как ее вводит? Мысленно или вслух можете говорить. Я хочу, чтобы эта вода принесла мне здоровье, силу, молодость. И при этом старайтесь ярко представить образ силы, молодости, здоровья. Дополнительно можно еще воздействовать и пассами. Но если вы воздействуете пассами, то здесь уже правая рука заряжающая, она у вас влаживает информацию в воду. А именно, можно тогда так действовать. Я заряжаю эту воду здоровьем, долголетием, любовью, чтобы она действовала на мой организм, омолаживала каждую клеточку моего организма, каждый орган моего организма, вымывала шлак и делала мое тело молодым и здоровым. Чаша уникальная, из особого сплава металла. Расположение юг-юг. Запад-запад, восток-восток. Трем правой образуется здесь вода живая. Трем левой образуется левая. Узоры здесь особые. На эти узоры как раз вот они. Вот узор, вот и вот. Четыре узора как раз из этих узоров и бьют фонтаны. Итак. Как раз четырех она бьет. Сними меня и эту чашу. Как раз бьет четырех. Вода с особыми свойствами. О, великолепно. Вот видите, особый узор. Причем узор тут не вышкарибан, не нанесен как-то, а как внутри сочетается. Видите, вот он лотос, вот он лотос, вот он лотос и вот он лотос. Четыре лотоса. И именно здесь возникают вибрации, которые создают фонтанчики воды. И вот они фонтанчики, как раз вот и нарисованы эти фонтанчики. Вот. И вода заряжается. Вот эта часть от правой руки заряжается положительно, живая вода. От этой отрицательно мертвая вода. Прекрасно использовать ее, эти вибрации, заключенные в воде, для снятия с глаза, там, порчи и прочих негативных явлений. Чаши. Чаши сделаны из особого металла. Слышите, как они звонят? Если мы сюда нальем воду и хотя бы так постучим,
вода уже приобретет структуру вот этих вот вибраций, которые полезны для организма. Мы же с вами сделаем следующее. Мы ее зарядим. Если по часовой стрелке будем заряжать, слышите звук? Вода заряжется этими вибрациями, полезными для здоровья. И сейчас мы с вами зарядим. Стоп. Итак, смотрите, мы с вами теперь налили сюда воды и делаем то же самое. Вода заряжается вот этими вибрациями, приобретает особую структуру. В зависимости от того, какая чаша, она может даже кипеть. И пьем. Интересные свойства приобретаются. Видите узор? Это не просто узор, а это особые символы, которые выражают ту или иную космическую силу. И когда мы начнем сейчас с вами активировать чашу, через эти символы мы соединимся с этой силой, и она непосредственно начнет заряжать нашу воду. Вода приобретет особые свойства, которые мы, выпив в эту воду, приобретет уже наш организм. Итак, начинаем активировать. Пошел звук космический. Смотрите, как играют края чаши. Вода начинает кипеть. Поднимаются пузырьки, она пронзается вот этими всеми вибрациями и приобретает их структуру. О, какая волна следующая, то есть какая волна идет. Так что вот так можно взаимодействовать с водой, заряжать ее особого рода энергиями, которые можно использовать для лечебных целей. Человечество знало, что вода способна воспринимать самую различную информацию и передавать ее человеку, растению, влиять на него как отрицательно, так и положительно. Но вот как это происходит? И вот японский исследователь и целитель Масару Ямото очень просто показал, как вода реагирует на ту или иную информацию, на те или иные события, которые происходят рядом с ней. Вода способна впитывать, хранить и передавать человеческие мысли и эмоции. Форма кристаллов, образующихся при замерзании воды, на которую мы подействовали предварительно мыслями, музыкой, эмоциями, оказывается, на нее влияют изображения и даже то, что если люди вообще не обращают на воду внимания. Все это отражается на кристаллах воды. Все это структурирует воду, придавая ей те или иные свойства, те или иные качества, ту или иную форму кристалла воды, которая является наглядным отражением, что в нее вложено. Чем красивее кристалл, тем лучше и полезнее для организма вложенная в нее информация. И такая вода будет действовать на нас действительно исцеляющим образом. Например, вода реагирует на то, что мы написали на листе бумаги. Написали на листе бумаги слова «любовь и признательность», «любовь и благодарность» и обернули вокруг бутылки с водой. После замораживаем эту воду, и получаются вот такие красивые кристаллы. Вода реагирует на то, что мы ее благодарим. Написали слово «благодарю», «спасибо». Это уже отражается на воде. Она начинает кристаллизоваться,
особым образом. На слово «спасибо, благодарю» она формирует красивый кристалл. А вот на слово «ты мне противен» в ней не возникает никакой структуры, какая-то безликая аморфная масса. Вода любит вежливость. И если к ней обращаешься «давай это сделаем», то формируются кристаллы красивой формы. А если мы обратимся к ней в грубой форме «делай это», соответственно, вода выдаст совершенно иной ответ, который не будет иметь никакой структуры. Видите, как мысль и слово влияет. Это все передается и на наш организм, в зависимости от того, как мы общаемся с окружающими людьми, с любовью, с благодарностью, вежливо. В итоге внутри нас формируются красивые кристаллы, на которых энергетика нашего организма великолепно работает, которые обладают повышенной энергетикой. И наоборот, если мы к другим относимся пренебрежительно, повышаем голос, командуем, а тем более ругаемся, то в первую очередь наша вода структурируется отрицательно, вернее она деструктурируется, снижая нашу энергетику, то есть снижая уже на уровне воды нашу защиту и энергетику. А далее она уже действует и на того человека, к которому мы обращаемся. Поэтому этика выступает на первый план. Как мы относимся к окружающему, так мы формируем это окружающее, которое будет с благодарностью с нами взаимодействовать, либо мы будем чужеродной частицей и настраивать все окружающее пространство против нас, порождая бесчисленные болезни. Вот если мы произносим «ты хороший», формируется вот такой кристалл. А если мы произносим «ты дурак», «ты плохой», то вы видите деструктуризацию воды. Более того, вода реагирует на то, сколько раз мы говорим. Если мы скажем «ты красивый» всего лишь несколько раз, да, это повлияет на структуру воды, она выдаст кристалл, красивый кристалл. Но если мы это же самое «ты красивый» повторим много раз, то эта информация выдаст более четкий, плотный, энергетический и красивый кристалл, который будет существовать гораздо дольшее время и тем самым будет более мощно влиять на наше здоровье и на нашу жизнь. И более того, я думаю, и на наше, на нашу судьбу, притягивая хорошие события. Если же мы игнорируем воду, игнорируем сами себя, то идет деструктуризация. Вода реагирует на все прекрасное, будь это мысли, слова и особенно музыка. Вот эти кристаллы наглядно демонстрируют, как вредно влияют электромагнитные приборы на качество нашей внутренней воды. Вот кристалл красивый, нормальный, хороший, здоровый. После того, как мы посмотрели телевизор, под воздействием его излучения идет деструктуризация этого кристалла. Мы чувствуем себя уставшими, опустошенными, в нас нет сил, потому что излучение электромагнитное
от телевизора разрушает нашу воду, нашу самую первооснову, на которой зиждется наша жизнь. Также действует компьютер, сотовый телефон, микроволновая печь и другие электромагнитные приборы. Прекрасная вода образуется, когда над ней мы молимся. Например, вот деструктуризованная вода, после того, как человек помолится, неважно, главное помолиться искренне, на любом языке, вода приобретает вот такие красивые, мощные кристаллы, способные давать здоровье, силу, молодость. Удивительное наблюдение заключается еще и в том, что вода реагирует и на красивые виды, пейзажи. Поэтому, если вы чаще бываете на природе, смотрите на красивые там водопады, горы, леса, это все возвышает вас и структурирует вашу воду в очень красивые кристаллы. Я не зря вам показываю различные виды для того, чтобы уже этот фильм служил своеобразным таким лечебным средством для структуризации ваших кристаллов со оздоровительной целью. Великолепные кристаллы воды образуются в нашем организме и тогда, когда мы с вами поем народные песни, такие, знаете, вот лирические, мелодичные. Наш организм как бы прислушивается вот к этой энергетике и идет переструктуризация нашей вот этой больной воды в мощные, красивые, жизнеспособные кристаллы. Хорошо реагируют на народные песни, на колыбельные песни. Главное, чтобы все это делалось с любовью и искренно. Сейчас вы видите воду, взятую из Парижа, Лондона и Токио. Видите, насколько она деструктуризирована. И все из-за того, что она прошла соответствующую обработку и очистку в кавычках. Прошла по трубам водопровода и полностью потеряла свою внутреннюю структуру. В результате от такой воды кристаллы не образуются, и жизненная сила такой воды равна нулю. Вот почему лучше всего пользоваться талой водой, колодезной водой, родниковой водой. Это наиболее хорошая для нас жидкость. Никогда не ругайтесь, когда готовите пищу. Вода все запоминает. Естественно, такая пища, когда человек ругается, когда человек ее делает с плохими мыслями, получается, что он готовит неосознанно отраву. Так что будьте внимательны к тому, что вы мыслите, что вы говорите и в каком настроении готовите вы пищу и пьете напитки. Посмотрите, какие кристаллы формируются, когда вода идет из естественных природных источников. У нас есть много таких источников в России. Один из них – это три колодца. Находится он возле Куликова поля по трассе Дон, Москва, Ростов. Когда я еду, я регулярно заезжаю к нему. Здороваюсь с ним, купаюсь. Другие святые источники – за Сергиевым посадом они бьют из скалы. Чистейшая вода, сделаны купальни. Можно купаться, пить, набирать воду. Это место действительно святое. Оно заряжает энергетикой. Оно оздоравливает, смывает все наши грехи, структурирует внутреннюю воду организма на здоровый лад. Можно воду делать щелочную и кислую. Щелочная у нас будет живая вода, кислая – мертвая вода с помощью электрического поля, с помощью электрического тока. Сделаны специальные приборы, вот один из них. Как он работает? Прибор представляет собой колбу,
Вот такую колбу, которая наполняется водой. Здесь имеется особого рода, видите, такая вот мембрана. Обычно ее делают из материи, в которой у нас будет скапливаться щелочная вода. И специальную вот такую вот мембрану. Мембрана может быть вот самая лучшая, видите, какая она, из глины. То есть она приобретает еще структуру глины дополнительно. Сюда опускается два электрода, значит, положительный, отрицательный, и идет под действием тока разделение воды. Внутри вот этой вот мембраны собирается вода кислая, мертвая, а вокруг щелочная. Можно использовать и мембраны, вот такие есть, из материи. Итак, сделаем с вами живую и мертвую воду. Для этого мы возьмем с вами аппарат. Зальем сюда воду. Желательно воду очищенную. Вот, мы заливаем водичку. Пошла водичка. Есть. Вставляем наши электроды. Ставили. Включаем. И как только водичка здесь нагреется, это говорит о том, что произошло разделение воды на живую и мертвую. Ее можно использовать. Но сейчас подождем. Примерно минуты 3-5 этот процесс идет. Здесь более мощным током обрабатывается вода, как правило, нагревается. Вот. И она даже кипит. Можно посмотреть. Вот она какая у нас вода. Вот здесь у нас образовалась вода мертвая. Вот мы хоп, аккуратно раз и перелили. А здесь образовалась, вот ее переливаю, смотрите, какая она такая вот беловатая. Это щелочная вода. Мертвую воду очень хорошо использовать для лечения всевозможных язвочек, для того, чтобы снять явление дисбактериоза. А воду живую лучше использовать для, если мертвую воду мы используем для дезинфицирования ранок, то живая, она их более лучше залечивает. Пробуем на вкус. Пробуем на вкус. А, кислая. Как будто сюда лимонного сока налили. А эта водичка щелочная. Сейчас мы попробуем, какая она на вкус. Пробуем на вкус щелочную воду. Она такая пресная, с таким интересным привкусом. Сейчас я дам несколько примеров того, как лучше всего применять живую и мертвую воду. Рисунки, которые вы увидите, не относятся к применению живой и мертвой воды, они относятся вообще к водолечению. 5-12 лет 70 мл. Для детей старше 12 лет дозировка такая же, как и для взрослых. Принимать живую и мертвую воду рекомендуется за 30 минут до еды или после еды через 2-3 часа, если других указаний нет. Аденома предстательной железы. Лечение. Курс неделя или две. Живую воду принимать внутрь 4 раза в день. 3 приема за час до еды. 4 на ночь. Дозировка 100 мл. Мой отец в профилактических целях принимает раз в день живую воду
уже примерно лет 15, и никаких осложнений нет, а раньше она его хорошо донимала. Итак, обычно боль проходит через 4-6 дней, опухоль уменьшается, улучшается общее самочувствие. Аллергии, аллергический дерматит. Лечение обычно 3 дня. Промывание носа, полоскание рта и горла мертвой водой после еды. Принимать живую воду после каждой процедуры спустя 15 минут по 100 мл. При сыпи, отеках, экземе следует смазывать эти места, пораженные места мертвой водой несколько раз, до 6-8 раз в день. Обычно через 2-3 дня больной получает облегчение, снимается обострение заболевания. Ангина. Курс лечения от 3 до 5 суток. Полоскание горла теплой мертвой водой от 7 до 10 раз в день, а также после приема пищи. Принимать живую воду после каждой процедуры спустя 10-15 минут по 50 мл. Горло полоскать в течение 1-2 минут. Обычно снижение температуры наблюдается в течение суток. Само заболевание может пройти за 2-3 дня. Артриты, боль в суставах рук, ног. Лечение. Курс 3-4 дня. Мертвую воду принимают за 30 минут до еды 3 раза в день. Дозировка 100 мл. Очень хорошо делать компрессы на ночь из теплой мертвой воды на пораженные суставы. Обычно уменьшение боли и воспаления происходит через 1-2 дня. Улучшается самочувствие. Атеросклероз нижних конечностей. Курс лечения от недели до 2. Перед лечением вымыть ноги теплой водой с мылом, затем вытереть насухо, смочить теплой мертвой водой и дать высохнуть, не вытирать. Сделать компрессы на ноги из живой воды. Принимать живую воду по полстакана за 30 минут до еды. Боль в горле, простуженное горло. Лечение. Теплой мертвой водой полоскать горло в течение 1-2 минут через каждые 1-2 часа. Улучшение наступает уже через несколько часов. Бронхиальная астма. Курс снятия обострения от 1 до 4 дней. Промывать нос, полоскать горло и рот теплой мертвой водой после еды 3-4 раза в день. После процедуры принимать живую воду через 15 минут. Дозировка полстакана. При этом рекомендуются повторные и профилактические курсы. Очень хорошо делать ингаляцию с мертвой водой, если имеется воспалительный процесс в легких. Дышать парами от 8 до 15 минут. 3-4 раза в день. Вечером можно сделать ингаляцию с живой водой. Результаты лечения. Облегчается откашливание, снимается одышка, самочувствие быстро улучшается. Выпадение волос. Курс лечения от месяца до 2. Один раз в неделю после мытья головы волосы слегка просушить полотенцем, затем ополоснуть мертвой водой. Спустя 5-10 минут тщательно промыть волосы теплой живой водой и дать просохнуть, не вытирать. В течение недели вечером, легко массируя, в течение 1-2 минут в кожу головы втирать теплую живую воду. Результаты. Волосы становятся крепче, выпадение прекращается. Гастрит. Курс лечения от недели до 10 дней. Воду живую принимать за 30 минут до еды 3 раза в день. В первый день 50 мл, последующие дни по полстакана. Лечение проводить до улучшения самочувствия. Результаты лечения – уменьшение болезненных ощущений и кислотности, нормализация аппетита и общего состояния. Глисты. В течение первых суток лечения начинается с очистительных клизм мертвой водой через 1 час живой. Далее каждые 30-60 минут принимать по 100-150 мл мертвой воды. Во вторые сутки принимать
по 100 мл живой воды каждые 60-120 минут перед едой. Во время лечения, особенно в первый день, возможно ухудшение состояния. При отсутствии положительного результата процедуру можно повторить. Геморрой, а также трещины заднего прохода. После каждого опорожнения кишечника необходимо промыть область ануса теплой водой с мылом, вытереть и обработать теплой мертвой водой. Через 5-10 минут сделать примочки тампоном из ваты или марли, смоченным в живой воде. Данную процедуру повторять 6-8 раз в сутки. Рекомендуется принимать на ночь по полстакана живой воды. Рекомендую следить за своевременным опорожнением кишечника, избегать острой раздражающей пищи, а также алкоголя и пива. Как правило, заживление трещин происходит в течение 3-4 суток. Гепатит. Цикл лечения 4 дня. В первый день принимать только мертвую воду по полстакана 4 раза в день перед едой. В последующие дни в таком же режиме принимать живую воду. В зависимости от степени поражения требуется повторный курс лечения, наблюдение врача и контроля динамики лечения обязательны. В результате снижаются болевые ощущения, уменьшается или прекращается воспалительный процесс. Герпес. В первый день принять 100 мл мертвой воды, затем прополоскать нос и рот мертвой водой. Аккуратно вскрыть пузырек ваткой, смоченной теплой мертвой водой. От 7 до 8 раз в день на 3-4 минуты прикладывать к ранке тампоны с мертвой водой. Во второй день принять полстакана мертвой воды, прополоскать рот и нос мертвой водой. До окончательного заживления смачивать пораженное место от 3 до 5 раз в день мертвой водой. Пузырек с герпесом можно и не вскрывать, но чаще смазывать его мертвой водой. Но это, как показывает практика, затягивает лечение. Обычно заживление происходит в течение 3-4 суток. При угревой сыпи, а также повышенном шелушении кожи лица, можно использовать следующее лечение. Утром и вечером после умывания 2-3 раза с интервалом в 1-2 минуты смачивать лицо, шею живой водой, дать просохнуть, не вытирать. На морщинистую кожу сделать компресс из теплой живой воды на 20 минут. При сухости кожи перед наложением компресса за 10 минут нужно сначала ополоснуть ее мертвой водой. Раз в неделю рекомендуется протирать лицо следующим раствором. В пол литра живой воды добавить пол чайной ложки уксуса и пол столовой ложки соли. Затем через 2 минуты ополоснуть лицо живой водой. В результате лечения кожа становится мягкой, разлаживаются морщины, исчезают прыщи, угри и шелушения. Гингивит или воспаление десен. Делать полоскание полости рта мертвой водой несколько раз в день и после каждого приема пищи в течение 2-3 минут. На ночь полоскать полость рта живой водой. В результате уменьшается кровоточивость десен, исчезает неприятный запах, уменьшается налет на зубах и растворяются зубные камни. Головная боль. При обычной головной боли необходимо выпить полстакана мертвой воды и смочить голову там, где болит, мертвой водой. При сотрясении, ушибах, ударах голову смочить живой водой. Улучшение состояния отмечается в течение часа. Грибковое поражение ног. Курс лечения – неделя. При необходимости курс лечения многократно повторяется. Пораженные места промыть горячей водой с мылом, просушить и смочить мертвой водой. В течение дня обрабатывать мертвой водой 5-6 раз в день, не вытирая. В случае поражения ногтей необходимо сделать горячую ванночку, затем обрезать и очистить ногти. После этого желательно сделать ванночку из теплой мертвой воды
на 20-30 минут. Для дезинфекции носки и полотенце нужно стирать в мертвой воде. Обувь обработать, залив в нее мертвую воду на 20 минут. Рекомендуемая pH воды 2. Пораженные грибком места очищаются в течение недели. Грибок ногтей лечится гораздо дольше. Диатез. Пораженные места обработать мертвой водой, не вытирая. После делать компрессы живой водой по 10 минут. Всю процедуру живой и мертвой водой повторять от 3 до 5 раз в день. Заживление наступает через 2-3 дня. Курс можно повторять. Запор. Желательно сделать клизму из теплой живой воды. Выпить полстакана живой воды. При хронических запорах клизмы делать в течение нескольких дней. Необходимо выяснить причину запоров и откорректировать диету. Зубная боль. Полоскать полость рта теплой мертвой водой в течение 15-20 минут. При необходимости процедуру повторить. Боль должна пройти быстро. Изжога. Принимать живую воду по полстакана перед едой. Прием воды стимулирует пищеварение, снижает кислотность, устраняет изжогу. Кашель. Курс лечения всего лишь сутки. Пить живую воду по полстакана 3-4 раза в день после еды. Воспаление толстого кишечника. Колит. Курс лечения 1-2 дня. В первые сутки необходимо голодание. Хорошо сделать клизму с мертвой водой, смешанной с обычной кипяченой водой в равных пропорциях. Последующие дни пить живую воду по полстакана 3-4 раза в день. Результат лечения – улучшение общего состояния, уменьшение болевых ощущений. Кальпит вагинит. Курс лечения 2-3 дня. Спринцеваться на ночь теплой мертвой водой, затем через 10 минут живой водой. Вода должна быть 35-38 градусов. Спринцевание живой водой необходимо повторять несколько раз с небольшими интервалами. Через 2-3 дня наступает улучшение. Ячмень. Курс лечения 2 суток. Теплой водой промыть глаза. Сначала мертвой, pH 4,5-5, затем, после того, как глаза просохнут, не вытирать, живой, pH 8-8,5. В течение 2 суток, от 4 до 5 раз в сутки делать компрессы с теплой живой водой. Пить живую воду по полстакана на ночь. Состояние глаз улучшается, исчезает выделение. Застуженная шея, миозит. Из теплой мертвой воды сделать компресс на шее. Пить живую воду по полстакана 3 раза в день до еды и 1 раз перед сном. Наступает улучшение, боль проходит. Нагноительные процессы кожи. Курс лечения продолжает до улучшения. Живую воду пить на ночь по полстакана. Пораженные места протереть теплой мертвой водой и подождать до высыхания. Затем смочить место повреждения теплой живой водой. В течение суток повторять процедуру только живой водой до 5-7 раз в течение дня. При каждом новом выделении гноя рана вновь обрабатывается мертвой водой и далее, пока рана не заживет. Делаются компрессы из живой воды. Если имеются трофические язвы, пролежни и застарелые свищи, то они требуют более длительного лечения. Обычно раны очищаются, заживают и затягиваются в течение нескольких дней. Ожоги. Аккуратно обработать место ожога мертвой водой. Затем через 5 минут осторожно смочить его живой водой и в дальнейшем использовать только эту воду. При этом старайтесь не повреждать пузырьки от ожога. Если же их случайно повредили, то следует обработать мертвой водой, затем продолжать обрабатывать живой водой. Также следует поступать, если появились гнойные выделения. Если рана забинтована, то можно лить воду прямо на бинт, чтобы при удалении повязки не травмировать поврежденное место.
Обычно в течение 3-5 дней наступает улучшение. Грипп. Необходимо полоскать полость рта, горло и нос теплой мертвой водой до 6-10 раз в сутки. На ночь пить полстакана живой воды. Для скорейшего выздоровления желательно в первые сутки голодать. На следующий день при необходимости можно повторить процедуру. Как правило, облегчение наступает через 2 суток. Остеохондроз. Курс лечения 10 дней. Пить мертвую живую воду по полстакана за 30 минут до еды, чередуя по дням. В первый день мертвую воду, во второй живую. И вновь повторяем. Очень хорошо сделать компресс на больное место из мертвой воды. Также рекомендуется массаж спины. Понос. В течение дня на фоне голода 3-4 раза в день пить по полстакана мертвой воды. PH 2. Результат лечения. Острая диарея, включая дизентерию, как правило, проходит в течение суток. Отечность рук и ног. Курс лечения 3 суток. В течение курса лечения пить воду 4 раза в день за 30 минут до еды. В следующем порядке. В первые сутки мертвую воду по полстакана. Во вторые сутки мертвую воду по 150 мл. В третьи сутки живую воду по полстакана. Отечность постепенно спадает. Но при этом важно выяснить причину отечности. Отит. Аккуратно промыть слуховой проход теплой мертвой водой. Остатки воды осторожно промокнуть ватной палочкой. Можно сделать компресс из теплой мертвой воды. При появлении выделений промывать слуховой проход мертвой воды. Также можно лечить и насморк. Консультация врача желательно. Боль и выделения уменьшаются. Парапроктит. Курс лечения. Неделя. После каждого опорожнения кишечника необходимо промыть область ануса теплой водой с мылом. Затем обработать трещины и узлы теплой мертвой водой. Сделать из теплой мертвой воды клизму и воздержаться от опорожнения 15 минут. При выделениях и гное клизму сделать повторно. В конце процедуры можно сделать клизму из живой воды. Если болезнь сопровождается трещинами и геморроидальными узлами, смачивать эту область живой воды. Можно делать компрессы. Пить по полстакана живой воды на ночь. Состояние обычно облегчается. Пародонтоз. Регулярно полоскать полость рта теплой мертвой водой после еды. Затем ополаскивать живой водой. Зубы чистить один раз в день вечером. Пользоваться живой водой, заменяя ею обычную воду. Процедуру повторять ежедневно до улучшения состояния. Для того, чтобы исчезли зубные камни, необходимо чистить зубы мертвой водой, затем спустя 15 минут ополаскивать полость рта живой водой. При плохом пищеварении рекомендуется пить по стакану живой воды при вялой работе желудка, например, в результате переедания или употребления несовместимых продуктов. Обычно в течение 30 минут налаживается пищеварительный процесс. Царапины, порезы, ссадины. Поврежденное место необходимо обработать мертвой водой и дать высохнуть, не вытирать. Затем на ранку положить бинт или тампон, пропитанный живой водой, и забинтовать. Дальнейшее лечение продолжается живой водой. Если появляется гнойное выделение, поврежденное место необходимо обработать мертвой водой. Заживление происходит в течение 2-3 дней. Гипертония. Пить мертвую воду по полстакана перед едой утром и вечером. Рекомендуемое pH от 3 до 4 единиц. Если давление не снижается, то пить мертвую воду 3 раза в день по полстакана. Обычно давление нормализуется. Полиартрит. Курс лечения от недели до 2.
Пить воду в следующем порядке. Первый, второй, третий дни 3-4 раза в день по полстакана мертвой воды за 30 минут до еды. В четвертый день сделать перерыв. В пятый 3-4 раза в день по полстакана живой воды за полчаса до еды. В шестой день сделать перерыв. В седьмой, восьмой, девятый дни 3-4 раза в день по полстакана мертвой воды. Курс лечения надо повторять периодически, особенно при застарелой болезни. А также на больные места из теплой мертвой воды делать компрессы и самомассаж, втирая воду в больное место. Обычно боль уменьшается. Гипотония – пониженное кровяное давление. Пить живую воду по полстакана перед едой утром и вечером. Рекомендуемое pH от 9 до 10 единиц. При хорошем самочувствии можно пить воду в течение недели, как профилактическая мера. Давление нормализуется. Пролежни. Курс неделя. Обработать пролежни теплой мертвой водой. Дать высохнуть, не вытирать. Затем смочить теплой живой водой. После перевязки смачивать очаги живой водой через бинт. При каждом новом появлении гноя во время перевязки следует обработать рану мертвой водой и продолжать лечение живой водой. Во время лечения желательно использовать льняные простыни. Обычно пролежни заживают очень быстро. Бессонница, повышенная раздражительность. Курс лечения 2-3 дня. Пить мертвую воду по полстакана в следующем порядке. Первый день один раз на ночь. Во второй, третий день за 30 минут до еды 3-4 раза в день. Нормализуется сон, уменьшается раздражительность. При этом исключается из рациона жирная, острая и мясная пища. Псориаз. Курс лечения 6 дней, но делают от 3 до 5 циклов с недельными перерывами. Перед началом лечения необходимо тщательно вымыться. Места с пораженной кожей необходимо хорошо пропарить. Температура воды должна быть максимально высокой. Или поставить горячий компресс. Данная процедура необходима для того, чтобы кожа хорошо размягчилась. Затем пораженные места хорошо смочить теплой мертвой водой. Через 10 минут смочить кожу живой водой. Далее, в течение всего курса, для лечения брать только живую воду. Пораженные места смачивать до 8 раз в день. В первые, второй, третий дни пить 3 раза в день перед едой по полстакана мертвой воды. Четвертые, пятые, шестые дни по полстакана живой воды. Обычно пораженные псориазом места начинают очищаться на 4-5 день. Ревматизм. Курс лечения 2 суток. Пить живую воду по полстакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Из теплой мертвой воды сделать компресс на больное место, либо втирать в него теплую мертвую воду. Улучшение наступает в течение суток, боль проходит. Расширение вен. Больные места необходимо промыть мертвой водой, затем сделать на них компрессы из живой воды на 20 минут. Пить полстакана мертвой воды. Лечение проводить до появления улучшений. Обычно наступает облегчение, боль и отечность уходят. Сахарный диабет. Ежедневно до улучшения состояния пить за 30 минут до еды по полстакана живой воды. Можно делать компресс из живой воды на проекцию поджелудочной области. Трофические язвы на фоне диабета лечат так же, как и гнойные раны. Стоматит. Полоскать рот живой водой 3-4 раза в день и обязательно после еды в течение 2-3 минут. Язвочки затягиваются в течение 1-2 дней. Трещины на ступнях. Сделать ванночку для ног из горячей мыльной воды в течение 30 минут. Ополоснуть теплой водой и насухо вытереть. Затем ноги подержать в теплой мертвой воде и через 20 минут аккуратно снять огрубевший слой кожи. После промыть ноги теплой водой, живой, и дать подсохнуть, не вытирать.
Процедуру повторять периодически. Трещины заживают, кожа на ступнях смягчает. Холецистит – воспаление желчного пузыря. Курс лечения – неделя. Пить воду 3 раза в день за 30 минут до еды в следующей последовательности. Первый раз – полстакана мертвой воды. Второй и третий раз – полстакана живой воды. Рекомендуемая мертвая вода pH 2,5 единицы, живая pH от 10,5 до 11. В результате лечения боли в области правого подреберья и правой лопатки проходит, исчезает горечь во рту и тошнота. Экзема или шай. Курс лечения – неделя. Первый день перед началом лечения распарить больное место, можно сделать горячий компресс. Затем смочить мертвой водой и дать высохнуть, не вытирать. Последующие дни пораженное место смачивать живой водой 4-6 раз в день. Пить по полстакана живой воды на ночь. Очаг поражения обычно заживает за 4-5 дней. Эрозия шейки матки. В первый день лечения на ночь спринцеваться сначала теплой 38-40 градусов Цельсия мертвой водой. Затем спустя 10 минут живой. Последующие дни проводить спринцевание по нескольку раз в день живой водой. В течение 2-3 суток эрозивный процесс заживает. При необходимости процедуры повторяются. Язва желудка и 12-перстной кишки. Курс лечения – неделя. Пить по полстакана живой воды за час до еды. После курса лечения сделать перерыв на 10 дней и повторить курс еще раз. Во время лечения соблюдать диету. Соленая, жареная, острая исключается. В результате лечения боли и рвота прекращаются уже на второй день. Язва заживает. Наши далекие предки давно использовали целебные свойства холодной воды. С ее помощью они не только исцелялись, но и получали посвящение, приобретали силы. Очень важно отметить, что когда человек обливается холодной водой, то магнитное поле, которое окружает организм, под действием холода сжимается. От этого происходит мощный внутренний разогрев. От дополнительной энергии, которая образуется за счет сжатия магнитных силовых линий, которые пронизывают наше тело, вырабатывается дополнительная энергия, которая заряжает мембраны клеток. Каждую мембрану клетки заряжает. В зависимости от того, какой имеется заряд на клетке, на него реагирует ядро клетки, а именно ДНК. Как только заряд клетки усиливается, поступает сигнал на то, чтобы клетка перешла в активное состояние и приступила к делению. Таким образом происходит омолаживание организма, замена одной клеточной массы на другую. Простое обливание позволяет не только закаливаться, но и получать энергию, мгновенно исцеляться, заменять воду в организме, делать ее структурированной, потому что в больном организме она не структурирована, в больном органе она не структурирована. Под действием холодного обливания она сразу мощно структурируется и идет мгновенное выздоровление. Плюс заряжаются мембраны клеток, активируется генетический аппарат клетки на деление, на омоложение, на синтез белка. Вот таким удивительным свойством обладает простое обливание холодной водой прямо с головы до ног. Теперь поговорим о том, как правильно обливаться из ведра. Снимаем лишнее. Сняли. Обязательно необходимо встать на землю босыми ногами, чтобы был хороший контакт у нас с землей. Вот. При этом
Очень важно сделать вдох, который вытесняет. Вот много говорится о том, какое дыхание сделать. Тянем воздух с высоты, раскрыв рот, нос. Вдох делается через нос. Потом вдавливаем и проглатываем. Прекрасно, мы получили энергию. После этого уйдите, пожалуйста, пьем водичку и с радостью обливаемся, начиная с головы и кончая плечами. Смотрите. Вода проходит и сразу же смывает все. То есть мы приняли воздух в себя, воздух выталкивает, вода смывает патологию, а земля принимает ее. Итак, мы сразу же с вами очистились и получили мощный заряд сил. После этого сразу же идем в теплое помещение, вытираемся, ни в коем случае не следует переохлаждаться. Отличное ощущение. Что чувствуете? Чувствую бодрость, свежесть, всю усталость смыло. Великолепное чувство здоровья, творчества, хорошего такого позитивного настроя на жизнь, на любовь, на счастье. Еще пойдем. Давайте. Второй раз уже еще сильнее. Мы
Спасибо, водица, обними меня своими объятиями, дружим, силу, здоровье, мужа. Нет, мужа, это мужа, вы... Мужа, все невинные, все болезни. Ангел, лады, обними отчи. Нет, вы встаньте, руки раскройте, смотрите. Смотрите, солнце там. Действительно, действительно, бьет, бьет. Так а вы нормально встаньте. А вон птичка, птичка, посмотрите, вон она. Не суетитесь, встаньте ровно. Не холодно вообще. Да ну вас, не холодно. Вот я, знаете, как стою? Она не холодно, она все обрезает. Еще раз, давайте. Вот так вот встаньте, вот так вот, прям как на кресте. Вот это же надо муки принять. Давайте, не бойтесь, теплая вода, горячая. Верьте, верьте, она горячая, она горячая. На живот. Теперь повернитесь ко мне лицом. Руки, руки вот так. Ну вот. Ну это другое дело. Вы знаете, как хорошо будет? Спасибо. Очень полезна дождевая вода. Сейчас как раз мы снимаем с вами фильм о воде. И само небо нас поддерживает, дает нам воду. Дождевая вода, самая чистая вода. Она прошла через землю, испарилась, стерла информацию. И сейчас густилась на небе и падает на землю в виде чистейшей воды, которая лишена даже информации. Вот такая вода наиболее полезна. Она очень хорошо смывает с нас разные болезни и дает нам действительно такую свежую, чистую энергетику. Очень хорошо использовать и росу. Для этого, конечно, необходимо выходить, тогда это рано утром, вечером, когда образуется роса. Роса также является очень целебной водой по своим свойствам, которая вбирает в себя силу и пространства, и воздуха, и трав. Как ее собирать? Просто-напросто, вот она, допустим, у нас получилась роса. Мы разлаживаем простынь, простынь впитывает росу, эту воду мы потом отжимаем, и получается вода из росы. И ею мы можем и умываться, и делать различные другие процедуры. Очень хорошо водой из росы, как и дождевой водой, делать обертывание. Да, ну там, да.